Отлично. Двери зачиняются. Наступный припынок. Аптека. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Молодечно, мебля. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок. Театр «Батарейка». Поважанные пассажиры, своечасово оплачивайте проезд. Билеты вы можете набыть у кондуктора. Оплаченный проезд – гарантия якости послуг.
Осторожно. Двери зачиняются. Наступный прогулок. Квиллинский шлях. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Осторожно, двери зачиняются. Наступный пропынок. Зеленый городок. Общественный транспорт – место быстрого распространения вирусной инфекции. Заходя в автобус, не забывайте надевать маску. Соблюдайте дистанцию. После поездки обрабатывайте руки антисептиком. И помните, ваше здоровье в ваших руках. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный прибынок. Великий гостиниц. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком.
поговорить. Надо тебе что-то забыть. Кстати, что не знаю? Это вот пятница. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – стоматологическая поликлиника. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Стоматологическая поликлиника. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – электромодуль. Уважаемые пассажиры, своечасово оплачивайте проезд. Билеты вы можете набыть у кондуктора. Оплаченный проезд – гарантия якости послуг.
машина, электромодуль. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Молодежевский державный колледж. Молодежевский державный колледж. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок — завод «Колорит». Концертный. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок — 10-й микрорайон. Уважаемые пассажиры, своечасово оплачивайте проезд. Билеты вы можете набыть у кондуктора. Оплаченный проезд — гарантия якости послуг. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок — Державная автоинспекция.
пыток, державная автоинспекция. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок, улица Тамары Дудко. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Припынок. Улица Тамары Дудко. Двери зачиняются. Наступный припынок. Микрорайон Усходний. Общественный транспорт – место быстрого распространения вирусной инфекции. Заходя в автобус, не забывайте надевать маску. Соблюдайте дистанцию. После поездки обрабатывайте руки антисептиком. И помните, ваше здоровье в ваших руках. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – кольцевая дорога. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – гандлёвый центр. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – жесткий микрорайон. Поважаемые пассажиры,
Своечасово оплачиваете проезд. Билеты вы можете набыть у кондуктора. Оплаченный проезд – гарантия якости послуг.